Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Илья Блинов. Я генеральный директор компании Milford. Это производитель чая, лидер в травяном чае в России, производитель сахарозаменителей, тоже лидер, и тростникового сахара с Маврикия. Расскажите, пожалуйста, вы слушали сегодня нашу бизнес-сессию, и вам показалось, что она была интересной. Вот поделитесь своими ощущениями. Я прослушал несколько сессий, но одна из самых интересных для меня была пленарка, где выступали руководители крупнейших сетей и где выступали, соответственно, люди из государственных органов. И, в общем-то, разговор шел не только о тех проблемах, которые есть в ритейле, но и о том, что, в общем-то, надо фокусироваться на потребителе, на том, чтобы потребитель получал то, что он хочет. И что мне очень понравилось, показывали исследования, в котором показывали, что ряд потребителей не только хотят самый дешевый продукт, но люди хотят продукт, который здоровый, который позволяет им быть здоровыми, и продукт, который не вредит окружающей природе, что меня лично очень радует на самом деле. У меня такой вопрос обывательский для меня, вам как профессионала чайной индустрии. Скажите, вот 2020 год был годом, когда люди сидели дома. Подскажите, продажи чая выросли или упали? Люди горевали и уходили в алкоголь, или все же вот домашние теплые посиделки – это было все? Ну, хороший вопрос. Если говорить о рынке в целом, то продажи чая упали примерно на 1.5-2%. Но если говорить о нашей компании, наши продажи выросли более чем на 15%. Ну, это скорее связано не с тем, что люди пошли брать именно чай Milford, а с тем, что мои сотрудники хорошо поработали, зашли очень активно в онлайн, чем много кто занимается. И, в общем-то, благодаря этому добились того, чтобы наш потребитель имел возможность купить наш чай не только в офлайн-магазине, но и, собственно говоря, в онлайне. Замечательно. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы увидимся и в следующем году на нашей выставке. И надеюсь, что наши бизнес-сессии тоже вам будут полезны. Спасибо вам большое. Вам спасибо. До свидания.